Я покопалась в файлах Распутина и выявила в них странную закономерность, повторяющуюся группу символов. Я проанализировала данные и поняла, это координаты какого-то места. Отправляйся туда. У нас есть план. Перестрелять улей. Звучит неплохо. Ничего нет, Анна. Подожди-ка. Я зафиксировал уникальную энергетическую сигнатуру. Это не случайно. Найди источник этой сигнатуры. Ритуал уже начинал выходить из-под контроля. Когда Ули вернется, мы будем готовы. Thank you.
Анна, мы нашли источник сигнала. Мои сенсоры показывают, что это ядро Двалина. Я попробую извлечь из него данные. Здесь упоминается Икел. И серийный номер. Сигнал слабый. Начинаю передачу. Серийный номер ведет к сундуку, который был помечен в базе данных как утерянный. Осмотри комплекс. Он должен быть где-то здесь.
Мы нашли сундук, но он пуст. Наверняка это дело рук Красного Легиона. Интересно, остался ли в комплексе хоть один уголок, который они еще не обчистили? Не волнуйся, мы поймаем воришек. Анна, мы вернули... на самом деле, мы не знаем, что это такое. Данные закодированы. Это последовательность. Причем очень знакомая. Но это только половина данных. Должна быть другая. Используем эту половину, чтобы найти недостающие данные. Thank you.
Данные у нас, Анна. Отправляем их тебе. Это не просто случайный код. Это алгоритм. Я знаю, для чего он. Доберись до ядра, и я все объясню. Этот алгоритм — суперключ. Мой суперключ. Он может открыть любой раздел в базе данных Распутина. Но это еще не все. Загрузи в ядро компоненты данных, которые мы получили. Эти компоненты не просто беспорядочный код. Это чертежи. Распутин рекомбинирует их в ядре. Чертежи? Чертежи чего? Thank you.
никогда не видел ничего подобного. Интересно, что внутри. Часть моего прошлого.